Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес. И Сайба, с вами всем привет, ребят. Сегодня у нас автовышки, к нам приехали замечательные автовышки. Сайба, можно их так назвать вообще, автовышки? Ну, как бы, типа автовышки, конечно, как бы вроде на колесной базе, но как бы кабины нету. Но кабины нету. Но фары есть, колеса есть, это уже хорошо, в принципе. Я не знаю, что это. В общем, ребята, это какие-то интересные автовышки, я не знаю, насколько они полезны, мы сейчас разберемся, вы нам прислали, давайте будем тестировать их, насколько они хороши. Так, ну что, она едет нормально, 19 км в час развивает такая штука, здесь есть три камеры, первая камера это вот сейчас мы видим, да? Вторая камера, это вот я нахожусь прямо вот в самой вот кабине. Ну, не как кабине, это как это? Вышка, да? Корзина, да, наверное, корзина, называется? Да? Корзина. Так, и третья камера располагается у нас сзади. Вот так вот. Обзор вот именно такой. Так, ну, очень это странно, конечно, выглядит, да? Поднимается она достаточно... Очень высокая, ты прикинь, какая она высокая. Я даже удалю немного камеру, потому что она просто не вылазит. Сюда охрененно просто большая. Слушай, так. Ну вот видите, из кабины поставь, из корзинки. Так, а я нормально, еще поднимусь. Обалдеть, обалдеть, ребят. Охренеть вообще просто. Вообще штука. Что с ней делать-то? Можно... Слушай, можно залезть. Ух ты, я еще могу выше поднять. Подожди. А, там еще смотри, вот видишь? Я даже удаляю камеру, потому что мы просто не влазим. Это самое высокое, что у нас было, наверное, из всех модов, ребят. Это самое высокое. Смотри, вот он максимум сюда. Оба! И вот так. Ребят. Офигеть. Короче, классно. Можно залезть, я не знаю, бог знает куда. Мы сейчас, кстати, давай проверим, давай посмотрим, насколько она, я не знаю, полезна будет, что ли. А что с ней? Куда залазить-то? На крышу на какой-нибудь? Давай на какую-нибудь крышу, может быть, дерево какое-нибудь. А давай попробуем и на крышу, и на дерево. Давай, а на дерево. Ё-моё, я прикинь, сейчас могу упасть. Ты представляешь, меня так шатает сильно. Меня так шатает вообще. Дико. Воу! Давай перевернемся, да, попробуем перевернуться, давай. А? Слушай, я не могу перевернуться. Ну-ка, давай-ка. Я пытаюсь перевернуться и почти получается. Ну-ка, давай разгонимся. Значит, нужно разогнаться где-нибудь. По 19 километров. И не получается перевернуться, ребят. Никак она не получается. Не хочет, она не хочет. Очень устойчивая, кстати, это один из плюсов, потому что, ребят, каждый хочет, человек, который забирается на такую высоту, чувствовать себя в безопасности, в конце концов, потому что, я не думаю, что платят деньги здесь большие, смотри, она почти перевернулась, нет, ребят, никак не получается, давай мы сейчас что сделаем, давай возьмем пилы. Вообще, это реально, если я возьму сейчас пилу, а, ты слушай. Сказать, в смысле, типа, залезь. И спилить дерево с макушки. Смотрите, какая высота, ребят. Просто высота обалденная. Слушай, прикольная тема-то, а? Ребят, давайте мы сейчас купим. Давай сначала мы купим для сравнения. Вот перед тем, как он у нас все начнется, просто обычный стандартный погрузчик. Мы возьмем обычный стандартный погрузчик и, ребят, посмотрим, насколько он, в общем-то, большой по сравнению с нашими вот автовышками. Автовышечки. Да так, что-то у нас, смотри, не едет. А, о, поехал, нормально, почему назад он не ехал. Ты там смеешься, у нас какой-то... что ли? Когда ты считаешь автопогрузчик, это вообще фигня по сравнению с ними, смотри. Конечно, конечно. Ну, то есть, вы представляете, ребят, какие все-таки автопогрузчики огромные. Кстати, вот неплохо было бы, если бы у нас... Что такое у нас здесь? Я не могу подъехать. Здесь косяк, помнишь? А, здесь же у нас косячок небольшой, да? Ну. Эх. Так, ну ладно, давай я еще один возьму. Может быть, у нас рядышком появится как раз... Так, вот он появился. Ну, надеемся, что сейчас можно будет подъехать к нему. Здесь как-то карта у нас немножко лагала. Не могу подъехать вообще. Что такое? Еще возьму. Давай я сразу еще штуки две возьму. Универсальных черпаков. Мы, в общем, купили 4 штуки уже. Просто проверим. Так, во, хорошо. Наконец-то. Давай я залезу сейчас в эту банку. Так, вот, давай для сравнения. Сейчас мы посмотрим. Вот так вот. Вообще нечего. Все, вот это максимум. Вот это максимум, ребят, у стандартного. Смотрите, какая высота. Это жесть, ребят. Это просто жесть. Когда мы брали, помнишь, когда мы начинали только прохождение, да?
А для меня казался этот погрузчик, блин, высокий. Но как по сравнению, знаешь, что у нас сказать? Здесь происходит. А вы смотри, что ты видишь, что я делаю колесами? Что ты колесами делаешь? Вообще не видно? Не видно, я не вижу, что ты делаешь. А, ну, значит, кабина у нас есть. Так, ребят, вот мы, значит, здесь. Я тебе сейчас объясню, смотри. Садишься. Я могу подъехать к тебе. Поближе. От этого, от лица снаружи, короче, понял? Лицо снаружи. Так. И крутишь мышкой. Мышкой просто влево. Вправо. Ух ты, ничего, что произошло, прикинь? Я зацепился, походу. Подожди, за тебя зацепился, нет? Ё-моё! Ты смотри. Короче, за мы сейчас, знаешь, что сделаем? По-моему, за дерево зацепились, нам просто необходимо сейчас доделать вот эту вот штуку. Я почему-то, знаешь, хотел попробовать все-таки перевернуть эту... Я не знаю, получится это или нет. Смотри, она вообще прям не валяшка. Погрузчик не валяшка. Не погрузчик, а этот... Автовышка. Автовышка у нас вообще не поддается перевороту никаким... Ну, когда попробуем? Не знаю, известным способом для нас. Я не знаю, как ее еще перевернуть. Так, я пытаюсь сейчас поднять как-то ее. Давай, вперед, ну. Давай, ну как-нибудь ее перевернуть, ну. Нет, никак, ребят, посмотрите, какая она устойчивая, просто... Чё, просто жесть, капец, да. Капец какой-то произошел. Что у нас такое? Здесь вообще случилось, это просто невероятно. Ох, так, ладно. Все. Я, давай, в общем, залез в эту вышку. Давай к дереву мы поставим сейчас и достанем бензопилы. Возьмем бензопилы и попробуем купить их в магазине. Надеюсь, у них еще осталось несколько штучек. Может, нам буквально. Другое дерево возьмешь, второе. Я на этом останусь. Так, я купил. Подожди, но они у меня не появляются. Ты на этом хочешь остаться? Да. Так, только у меня бензопилы почему-то не появляются, понимаешь? Так, почему у нас не появляются? У тебя появляется? Я уже все, бензопилы. Могу пилить, прикинь. Ух ты. Слушай, я пилить уже могу, все. Хочешь? Давай. Так. Ой, я у тебя появляюсь, подожди. Смотри. Слушай, а я. А, нужно просто выпрыгнуть как-то. А, понял, все понятно. Смотри. Прикол. Что, получается пилить? Да, все получается. Вот так вот, ребят, можно пилить деревья. Офигеть, можно спиливать. Самые высокие, ребят, деревья можно пилить. А что, сейчас останется от нее, смотри. Осталось что-то, нет? Так, спиливаем. Слушай, и маленькие веточки спиливаю. Сейчас она вообще лысая макушка останется. Вообще спиливаем дерево, макушечку ему полностью, все. Я залез на него еще. Так, что бы еще мне спилить? О, давай вот это вот веточка. Это, знаешь, у меня как-то, помню, в нашем районе пилили тополя. Тополя, они настолько разрослись, помню, что их нужно было просто спилить однозначно все. И вот такая же канитель происходила у нас в районе. Так, падает. Давай же, ну. Смотри-ка, она устойчивая какая. Надо под наклоном спилить. Слушай, я не могу понять, они не падают. Ветки-то как спилить, а? Смотри, съезжает. Посыпались бревна вниз. Какие-то листья бесконечные, короче. Бесконечные листья. О, я сейчас вообще знаю, что я сделаю, капец. Я уже придумал, что я сделаю. Сейчас я покажу. Что ты сделаешь? Так, ну я не знаю, я тут, по идее, в листве весь. Сделаю. Тихо. Прикольное занятие, да? Сразу я вообще не думал, что мы сейчас что-нибудь будем пилить, но походу у нас, знаете, так прям пошло дело. Не пошло дело неплохо. Я не буду пилить что-нибудь вообще. Ай, жесть. Вообще, ребят, круто. То есть, что это получается у нас? Так, листву. Как-нибудь можно удалять здесь, а? Вообще-то ну, можно, я знаю, что я можно, делаю, но я... Я что и делаю, Родригес? Я не понял? Смотри. Я тут вообще сейчас лысый нафиг оставлю. А ты просто спускаешься, наверное, что ли? Да. Тихо.
Вот оно ты как. Ну смотрите, ребят, спилили мы макушку, что и следовало, собственно, доказать. Что этот мод, по сути, полезный для лесорубства. Вообще, ребят, для лесорубства, офигенный. Ребят, очень полезный. Я помню, в каком-то из прохождений, серии мы пытались пилить вот эти вот деревья. И у нас не совсем-то оно хорошо получалось. Потому что мы просто не могли дотянуться до самого верха. Если бы мы знали про этот мод, ребят, то мы бы его точно бы использовали прям 100%, говорю, 100%. И причем он пригодился бы реально просто. Мы сохранять это не будем, просто сейчас попилим это деревце. А, кстати, думаешь? Сохранять, наверное, не стоит, да можно, не знаю. Некрасиво, да? Будет некрасиво, жалко. Изверги. Опять спиливаю деревья, оно у нас отрастет в следующей серии, надеюсь. Главное, автоматически бы не сохраниться, знаешь, как бывает. Бывает, ага. Бывает у меня такое. Ну, Сайбот вообще уже почти все дерево обкорнал. Я, в общем, не знаю даже, стоит ли нам доводить это дело до столба. Давай попробуем тогда нам еще, знаешь, что-нибудь, что мы еще можем... Давай попробуем на башню забраться, как ты думаешь, а? Попробуем на башню. Две большие башни у нас. Поехали на этот, может? Поехали. Знаешь, куда? На базу на нашу, поехали. А рядышком тут. Да, здесь на башню какую-нибудь заберемся сейчас. Конечно. Ну вот, ребят, посмотрите, как, в принципе, это все дело работает. Замечательно, эффективно. То есть деревья срезаются достаточно легко и просто. Все это очень легко и просто. И не валится башня вообще. И не валится, да. Кстати, свет здесь есть. Ночью можно гонять. Свет. Руля бы сделать. О-о-о-о. Ё-моё. Не валяшка, точно. Не валяшка, вообще не падает. Вообще не падает. Еще гудок есть, смотри. Ну-ка. Маленький, так пищит прям. Как на Жигулях, да? Вообще, ну как он, не очень. Обалдеть, обалдеть. Не, ну прикольно, 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 прикольно. Сейчас мы исполним все мечты, мы же туда так и не залезли, на эту башню. Мы не залезли, да, кстати, на эту башню. Может быть, у нас сейчас, ребят, получится. Я думаю, должно получиться. А у нас залезть на эту башню, вот она, слушай, прям вообще должно. Ребят, не забывайте ставить лайки, кому нравится ферма, кто хочет, чтобы серии выходили чаще. Поддерживайте лайками, лайки нас очень сильно мотивируют, ребят. Ну а что, мы тем временем подъезжаем сейчас к нашей башне. Я вижу, Сайбот уже практически добрался до вершины. Оба, не хватает немного, да? Не хватает, да? Чуть-чуть. А я сейчас поеду вот сюда. Мы сейчас попробуем сюда проехать. Управлять как-то непривычно, смотри-ка. А ты застрял в башне. Ты застрял в башне? Да. Ты теперь можешь внутри оказаться, да? Угу. Так. Оба. Я тоже сюда, вот прямо сюда, ребят, хотел бы как-нибудь. Ох ты, вот. Прикинь! Можно там даже... Там точно заберешься. Тут-то не хватает маленько, прикинь. Тихо, так. Вау! Ес, прикинь! Крутейшин. Обалденно. Слушай, вот это да, ребят, мы еще здесь никогда не были. Это стандартная карта, ребят, Вот мы залезли на, по сути, это склад, это у нас уже склад, да? Ну, сюда, в общем-то, свозится все зерно. Элеватор, или как это называется правильно, да? Вот так вот, ребят, мы достигли практически предела в этой игре. Нам единственное, не покорились вон там, только еще, да, вон те вершины. Я не знаю, ребята, будет ли мод у нас какой-нибудь. Кстати, у нас сегодня еще будет еще один мод. Мы сейчас заодно его как раз посмотрим. Это мод статический. Чуть про него не забыл. Это вот такой вот у нас, я не знаю, как это назвать. Я так и не понял, как ты его реализовать будешь, куда его девать, что с ним делать. Да, ребят, мы тоже пока не поняли, как это, но нам его прислали, нужно поэтому посмотреть его. Я не знаю, у нас здесь появится, да? Он что-то не везде появляется на карте, может быть, так, раз, я вот его уже поставил. Это квадрокоптер, ребят, так это квадрокоптер. Так, я почему-то здесь я на здании он просто висит в небе. Да. Так вот я его сюда еще поставил. Нет, так фигня. Статический квадрокоптер, ребят. Ну, я не знаю, для любителей квадрокоптера, мне кажется, это будет
все-таки достижение, потому что все-таки... Да, потому что квадрокоптеры это такие замечательные, не знаю, приспособления, с помощью которых, мне кажется, будет доставляться когда-нибудь в будущем почта. Кто его знает, доживем мы до этого времени. Да, когда это будет обыденно. Так, надо отсюда выруливать, если я сейчас не застряну. Отлично, мы не застряли, едем дальше. Едем дальше, ребят. Все окей, все хорошо. Так, и вот они, квадрокоптеры, маленькие квадрокоптеры. Они, в общем, парят в воздухе, ребят. Просто они парят в воздухе. Я не знаю, можно на них встать или нет, сейчас мы это узнаем. Да, да. Прикинь, можно, да? Да, я на нем стою. Тихо, тихо, день, я не вижу, денег, денег. А вот они у меня. Садись ко мне. Вот все. Облизь. Садись ко мне. Ну или сюда попробую. Поставь. Ага, все. Лось. Оба. Оба, вот они. Лось, лось. Вот они. У меня аж что-то это, FPS упали. Слушаю, да, что-то прямо. А, потому что там еще 4 летят. Вон видите, да, вдалеке. Они летят, слушай, да. У меня тоже немножко стало это подвисать, потому что квадрокоптеры такая вещь, они же, видишь, парят в воздухе, это все прорабатывается компом. Супер графика, да. Поэтому, смотри, выдерживает человека абсолютно. Сейчас современный квадрокоптер выдерживает вот человека. Даже двух, наверное. Ну-ка, даже двух, понимаешь? Даже двух, ребят, двух выдерживает, это нормально. Это очень качественная работа, ребят. Чего только не придумают. Чего только, ребят, не придумают, да. Мы посмотрели сегодня, ребята, два разных мода. В общем-то, один из них оказался весьма полезным для того, чтобы заниматься уничтожением, я не знаю, леса, уничтожением парков и так далее. То есть забираться на какие-то вершины, на которые просто на вышке, которые вы не можете забраться. Скачивайте этот мод, ссылочка будет в описании под видео. Присылайте, ребят, моды в группе ВКонтакте. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на YouTube канал, на Twitch канал. У нас там проходят стримы время от времени по ферме-симулятору. На YouTube выходят у нас моды, обзоры модов по ферме. И в группе ВКонтакте выходят, конечно же, основные новости, ребят. Ну что ж, будем прощаться. Увидимся в следующей серии. Мы вам желаем хорошего настроения, дорогие друзья. С вами был Родригес. И Сайбат. До новых встреч, всем пока-пока. Всем пока, ребят.